Удобно, нет? Вот как в Италии, я не знаю, вот на вкус, чтобы от души. Я потому что я использую не готовый рецепт, да, а я использую сочетание продуктов. То есть я понимаю. Рататуй. Да, да, да. Я как пышка. Я понимаю, какой продукт с каким можно сочетать и что можно получить на конечном итоге на выходе. Я вчера готовил, знаешь что? Я вчера готовил подобие кесадильи и буррито. Я взял три вида копченой грудинки. Мы получили. Вот это же, я не знаю, как это блюдо назвать, понимаешь? Есть у меня название или нет? Я никогда раньше не готовил, в принципе, такие вот лепешки. Но сегодня утром мы просто сейчас. Ребята в кадре.